много вопросов. Минус, мы к вам обращаемся. Игорь Олегович, может, пора прекратить грабить одесситов? Вы украли 4 санатория. Вы получаете 15 лет деньги за вывоз мусора по огромным тарифам. Может быть, пора уже подумать о людях, если вы так о них думаете. Вы же депутат городского совета. Прекратите двойное начисление жителям Одессы. 5 миллионов гривен вы найдете в других местах. Игорь Олегович, идите сюда, мы с вами обращаемся. Вы смотрите, что это такое? Что это происходит? Что вы бежите? Почему вы молчите, когда мы с вами разговариваем? Вот так вы отлежаться всегда хотите и ничего не делать, ничего не менять. Так не будет. Ну хрюкни хотя бы. Уже нахрюкался, что и хрюкнуть не может. Стыдно, очень просто стыдно. Правильно. Покормите его, может он покушает хоть. Одесситы собрались и принесли Игорю Олеговичу еще немножко еды. Потому что сыт Марков, да все жрет. Маркову позор! О, еще не наелся, вы посмотрите. Даже здесь, даже когда смотрит на него миллионный город, он и здесь кушает. Как не стыдно. Одесса не корыто!